Всем привет, с вами снова я, Алексей Бессинджер, и сегодня я посмотрю на обновление такси. Как вы знаете, нам вручили вот такую вот обновку, в которой мы можем бесплатно кататься на такси. Да-да, теперь проезд абсолютно бесплатен для нас, но таксист при этом получает деньги от государства. Я уж не знаю, они выходят откуда-то с нуля или с казны, но тем не менее, вот такая вот система. Ну и первым делом хочется, конечно же, сказать о пассажирах. Теперь по окончании поездки вам будут предлагать оценить таксиста, то есть нажать кнопочку «Хорошо» или «Плохо». Если вы нажимаете «Хорошо», то таксисту идет, по-моему, какая-то премия. Если вы нажимаете «Плохо», то она ему не идет. Но скилл таксиста повышается в любом случае. Да, вы не ослышались, теперь у таксистов есть свой скилл, как и у дальнобойщиков. Повышая скилл, они повышают уровень. Всего, по-моему, уровней 20. Я не уверен, потому что красные, как всегда, не дают информации, что является грубейшей их ошибкой. Они могли бы очень многого достичь, если бы мыслили рационально. Но все это не по теме. Я даже забыл напомнить вам команду, которая показывает скилл. Команда эта очень простая. Такси скилл. Так и пишется. Далее у таксистов появился отличный мониторинг, который позволит им правильно выбрать точку бомбления, бомбования, таксования, чего угодно. Вызывается этот мониторинг командой такси GPS. Не знаю, почему ее так назвали. По-моему, в первую очередь это не GPS-навигатор, а мониторинг, и команду стоило бы сделать такси-монитор или такси-м, что-то в этом роде. Но, тем не менее, функция является очень полезной и будет пользоваться спросом. Кстати, метка GPS выключается так же, как и на обычном GPS-навигаторе командой GPS. Ну вот и все о такси. Также во время моего отсутствия добавили систему сытости и новые больницы. Собственно, сытость — это новое значение у нас на сервере, и если оно равно нулю, то у вас начинает убывать хп. То есть, теперь, если вы голодны, то у вас не убывает хп, а убывает сытость. И только когда сытость на нуле, начинает падать хп. То есть, при одном хп вы можете покушать и будете бегать с этим одним хп до конца сытости. Что касается больниц, информации, как всегда, дали немного. Знаю лишь то, что добавили вот, собственно, сами больницы, и в них, по-моему, можно лечиться. То есть медики свободно могут находиться в этих больницах и проводить какие-то сеансы. Также я знаю, что после выявления всех багов системы сытость, МЧС будет разделено на фракции. Но это я знаю, как и вы, из новостей. Но это еще не все. Пока я созревал для своего нового обзора, сервера перешли на новую версию SAMP03E. Да, количество слотов расширили до 1000, а changelog весь вы можете почитать на SAMP-вики. Ах да, ну и конечно же забыл рассказать о том, что теперь можно переносить аккаунты. Да, открылась такая система, и с первого и третьего серваков, ну судя по всему они самые онлайновые, можно переносить аккаунты на менее онлайновые 8, 7 и 9 сервера. А VIP-юзеры смогут переносить аккаунты вообще без ограничений. На этом все, и как всегда традиционно с вами был Алексей Бессинджер. Снимаю я Фрапсом, редактирую Вегасом, записываю через обычный 100-рублевый микрофон. Подписывайтесь на канал, оценивайте и комментируйте.